Привет! Я знаю, ты хотел начать бегать с понедельника, правильно питаться, засыпать в 9 вечера и съехать от бабули. Время есть, тебе всего 40. Расслабься и смотри шоу «Well Done». Привет, меня зовут Вильдан Милушев, и эта программа «Well Done» будет сделана. Сегодня весь день смотрел концерты Петросяна и надеюсь шутить жестко. Надеюсь, наши гости тоже будут шутить. Начинаем! Да. Сегодня у нас состоится конфронтация сторон. Слева от меня фотографы. Ваши аплодисменты, да! У нас ребята представлены в разных стилях. Начнем слева направо. Это репортажный фотограф Свят. Всем привет, меня зовут Свят Богданов, я крымский фотограф. Сегодня мы боремся против моделей, и я уверен, у них шансов ноль. Мы победим. Фотографы лучшие. Фэшн-фотограф Евгений. Всем привет, меня зовут Евгений Летов, и я стрит- и фэшн-фотограф. Сегодня мы будем соревноваться против наших моделей и надеемся, что у нас все получится. Мы крутые, мы классные, Евгений Летов, запомните. И я как бы уверен, всем вам известный свадебный фотограф Ришат. Привет, меня зовут Ришат, Big Family Boss. Сегодня мы с девчонками соперничаем. Мне кажется, мы проиграем. Напротив мужчин очаровательные, женщины, девушки, модели. И коль Ришат фотографирует свадьбы, то невеста, которую фотографировал когда-то Ришат. Итак, слева направо Линье. Всем привет, меня зовут Линье. Пусть фотографы справляются с фотоаппаратами, но с нами им не справятся. Кристина. Всем привет! Меня зовут Кристина. Моя жизнь похожа на яркую картину. Пою, танцую, учусь на режиссера. Покажу всем высший класс в мастерстве актера. Не буду много говорить. Увидите все сами. Фотографы, у вас нет шансов. Не связывайтесь с нами. Йоу! И Алина. Hi guys, я Алина Мот, я крымская модель, и сегодня в программе мы будем разматывать наших крымских фотографов. Фоткают они прикольно, но против нас шансов у них нет. И пользуясь случаем, хочу передать привет маме, бабушке. Всем привет, я в телеке, guys. Итак, у нас стороны уже представлены, осталось только назвать каждую из команд. Для этого мне нужен один представитель от каждой команды. Прямо сейчас подходите ко мне. От нас пойдет Женя. Женя, окей, от вас Кристина. Итак, справа и слева от меня, теперь лицом друг к другу, face to face. Что будет происходить? На УЕФА выясним победителя, который придумает название своей команде и команде противника. Итак, все будет честно. Давайте-ка, на счет три, раз, два, три, и УЕФА. Евгений победил, аплодисменты Жене. Кристина, спасибо, присаживайся. Женя, а как будет называться ваша команда? Наша команда будет называться «Короли затвора». «Короли затвора», аплодисменты, да, круто. Итак, а девушки будут именоваться? Ребят, есть варианты? «Принцессы диафрагмы». «Принцессы диафрагмы». Окей, «Принцессы диафрагмы», аплодисменты. Хорошо, Жень, спасибо. Не забываем представить нашего диджея. Его зовут Денис Епаров. Денис, это аплодисменты тебе. Итак, переходим к первому конкурсу. Итак, ребят, первый конкурс называется «Поисковик». Все очень просто. Вбиваем в поисковой системе определенное слово и смотрим, какие самые популярные запросы по нему уже кто-то заранее вбивал. Первое слово будет касаться вас. Я вбил поисковик «фото на…» Давай. Один ответ от команды. Паспорт. Точно? Паспорт? Да. Паспорт, паспорт, паспорт. Кстати, здесь нет такого пока что. Неправильный ответ. Окей. Девушки, фото на… На iPhone. Нет! Что еще? Фото на свадьбу. Фото на свадьбу. Нет! Нет. На Аву. На Аву, да, на Аву ВКонтакте. Плюс 5 баллов, девчонки правы, все отлично. Да, это, оказывается, такой был фильм. Фото на память. Не потому что на память, а фото на… Ну, плюс 1 балл за то, что ты пытался. Почти. Аплодисменты ребятам, аплодисменты вам. Есть, да. Девушки, вам. Вбил в поисковике слово «фотомодель». Самые ближайшие популярные запросы по слову «фотомодель» от команды «Один ответ». Подумайте. Итак, это? По-украински. «Фотомодель по…» Да, плюс 5 баллов есть! Да, дружище! Нет, это правильный ответ, да!
Давайте еще один шанс. Фотомодель, ну, мужчины, вариант какой? Замахло проигрышем. Так, фотомодель Моника Белуччи. Нет! А мне все равно. Кара Дельвинь. Нет! Как ее? Позирует. Нет! Ладно, смотрите, уже неплохо баллов набрали. Бэкстейдж, Бетти Пейдж, Сандра Велнес. Вы знаете такую? Нет. Фотомодель по-американски, кстати, можно было ответить. Фотомодель из Грузии, Кесария Абрамидзе. Фотомодель девушки и мужчины. Вот прям с языка снял, знаешь? Да, хотел сказать? Ладно. Есть. Итак, Денис, скажи, пожалуйста, какие баллы у нас сейчас? Кто бы мог подумать, но, девчонки, 10 баллов у фотомоделей и всего лишь один у фотографов. О, аплодисменты! Ну. Мы дали им фору, сейчас вы увидите феерию. Отыграли. Друг, привет. Тебе нужны идея, свет, звук, сцена? Агентство «Большая перемена». Ребят, следующий конкурс называется «На языке верчу». Бывает такое, что на языке вертится, но вспомнить вот название песни не можешь. И прямо сейчас, я надеюсь, вы вспомните эту песню. Смотрите, текст русский, песен известных. Я перевел на белорусский язык. Вам нужно будет прочитать его и вслух. И чтобы все присутствующие угадали, что же это за песня. Один человек от вас, подходите ко мне. Есть. Если вы знаете название этой песни и угадали, поднимаете руку вверх и выкрикиваете название своей команды. Окей? Да, я понял. Это только это является сигналом к тому, что я вас слушаю. Все готовы и поехали. Громко. Вакуум одни и дает из. Давай. И светло дает, и я пью черную воду и алкоголь. Говори. Кали затвора. Да, есть. Блэк Бакарди. Нет, в моей кровати. Нет, неверно. Минимал на баре синим. Кто поет? Элджей. Да, аплодисменты. 5 баллов есть, отлично. Я не знаю, давайте от вас подходите. И поехали, громко, чтобы все слышали. Давай с тобою мы отпачнем. С тобою у двоих. С тобою у двоих мы гэты свет паракулим. С тобою у двоих. Скажи на во что потребные. Нам гэтыя людзі, мы нікому пра гэта не раскажам. Давай з табою мы аддохнём. З табою у дваіх. Ага, трымай. Руку маю трымай. Калі затвора. Єсть. Діма Білан. Да. Ну, на вспомні, сука. Плюс 5 балов, да. Так, я, конечно, знаю, что, наверное, условия были сложные. Кристина не запомнила название команды. Это нормально. Просто у меня, знаете, мысли о песне, я сразу... Поэтому пускай кто-нибудь кричит название команды, если ты тянешь руку. Ты будешь кричать. Иначе это будет не засчитываться. Так, давайте еще. Подходите. Давай. Ну вот, хотя бы угадывать не придется. Нашли вариант. Итак, слушаем. Мне чекают города и краины, але боль у горле сдолыня. Читай, там все цензурно. Сорвать планы, что можа оказать ей належно. Да. Это реклама. Это Тимати. Да, плюс 5 баллов, это песня Тимати. Итак, подходим ко мне еще. Плюс 5 баллов у вас уже есть. Кто еще? Тимати был. Давай. Поехали. Зе ты, коли ты не онлайн, коли я чекаю тебе у сетки, у які я ссылки перейсти, как просто опынуться там. Про что? А могу я сказать? Да. Короли затвора. Монеточка. Монеточка? Да, он сказал вовремя, да. Монеточку? Да, плюс 5 баллов, да. Он же читал. Так там не написано. Не, ну он же читал вслух эту штуку, там же нет названия песни. Там все честно, там нет названия песни. Итак, ребята, счет у нас есть. Денис, озвучь его. Продолжает увеличить разрыв фотомодели. 20, фотографы 11. Дерзайте, ребят. Оооо, да, неплохо. Есть шанс наверстать упущенное. Есть шанс. Следующий конкурс. А, пока что даете, да? Я не знаю, джентльмены они или просто врут, но пока что так оно и есть. В два раза у вас очков больше. Следующий у нас конкурс называется «Что за покемон?». Нужно будет угадать человека-личность, который будет вывешен стикером здесь на стене. У человека есть на это, у команды есть на это ровно одна минута, чтобы, задавая вопросы, получать ответы «да» или «нет». Только «да» или «нет». От вашей команды кто выходит, кто будет показывать, кто будет угадывать? Давай.
Итак, Свят, аплодисменты Святу, да? Да, давай, сделай красиво. Итак, готов, Свят. Стикер у нас уже виден. Мужчины, только да или нет? Вы знаете этого человека, да? Денис готов, Свят готов. Минута пошла. Это писатель? Нет. Современный? Да. Человек какой-то? Да. Известность лично? Да. А, что он поет? Поет? Он иногда поет. Да. Да? Не поет. Говори иногда, да или нет? Да, поет. Минус 2 балла. Да. Дальше идем. Мужчина? Да. LJ? Нет. Какой-то современный такой модный? Да. L1? Нет. Джах Халиб? Нет. Он с бородой или без? Да. А внешность какая, восточная, европейская? Нельзя говорить да или нет, дальше идем, давай. Давайте, поехали. Федук? Нет. Нет? Киркоров? Нет. Сосопова Лешливи? Нет. Всех перечисляй. Кто еще у нас есть? Так. Кто же еще у нас есть? Пройди по образам. Не знаю даже кто. Итак, время кончилось, подожди. Давай-ка предположим. Ребята тебе дали подсказку, то, что это он типа поет, там иногда поет. Он с бородой. Он типа певец. Можем так сказать. Это его не профиль, я дам небольшую подсказку. Это не его главный профиль. Он еще и побочно поет. Он с бородой, это часть его образа. Big Russian Boss? Нет. Посмотри. Аплодисменты, Свят, спасибо. Ничего не даю, окей, минус девчонки. Минус 2 тоже результат. Ну, минус 2 это очень хорошо, это прям достойно. Итак, на линии все то же самое, стикер у нас уже на стене. Девушки, отвечаем только да или нет. Вы знаете этого человека, да? Знаю. Итак, Денис, линия готовы? Да. Минута пошла. Я женщина? Нет. Я мужчина? Да. Я вокалист? Нет. Певец, музыкант? Нет. Актер? Нет. Мультперсонаж? Нет. Стилист? Нет. Нет. Визажист? Нет. Автомобилист? Спортсмен? Да. Да. Спортсмен. Бокс? Да. Кличко? Нет. Кто там еще боксер? Мухаммед Али? Нет. Я чернокожий? Нет. Белый? Здесь близко. Очень близко, пожалуйста. Белый. Украинский? Нет. Российский? Да. Время. Кто там из них? Балуй. Да! Отлично! Есть! Ну, конечно, вполне. Ровно минута. Девчонки, досрочно сказали 10 баллов девчонкам. Есть! Аплодисменты девочкам. От вас еще кто будет? Давай. Давай, я. О, Ришат Алиев, аплодисменты, давай. Мастер. Ребятки, только да или нет отвечаем. Стикер у нас уже на стене висит. Ришат, готов? Да. Готов, Денис? Итак, Денис, Ришат, готовы? Минута пошла. Женщина, мужчина? Да. Женщина. Поет? Нет. Танцует? Нет. Стилист, визажист? Политик? Нет. Мода? Да. Мода, фэшн-мода какая-то, да? Это... Я не знаю фэшн-моделей. Что на... Эту точно знаешь. У нее есть муж. Известный муж, нет? Никто не знает вообще, кто. Американская, российская? Американская, да? Ким Кардашьян? Нет. Моника Белуччи, я не знаю. Еще. Она не модель, второй раз тебе говорю. Не модель. Она не модель. Подсказывай! Она фэшн. Она поет, не поет, да? Вот она именно фэшн, она моду показывает. Да. Модель, актриса. Им лучше разбираться, они фэшн-фотографы. Памела Андерсон. Нет. У нее большая грудь. Хотя это не имеет значения, для себя спросил. Просто для справки кто. Давай подумаем все-таки, кто это может быть. Это не Памела Андерсон, она вот модель, но не модель, она типа вот... Цвет кожи, да? Тихо! Цвет кожи черный. Как же ее? 3, 2, 1. Это Эшли Найт. Нет, я не знаю, кто это такая. Аплодисменты, Ришат, смотри, кто это. Это Наоми Кэмпбелл, да, ты ее знаешь. Да, я помнил Наоми Кэмпбелл. Почти, очень близко. Ну, я не знаю, кто такая Эшли Найт. Возможно, она очень известная. Так, еще раз, девушки, кто от вас придет? Давайте, аплодисменты Кристине. Да. Итак, у нас стикер. У нас есть ровно минута, чтобы угадать, кто это такой. Тихо, не подсказывай ничего. Денис, готов? Крис, готова? Готова. Поехали. Я девушка. Нет. Мужчина. Я известный актер. Нет. Певец. Да. Российский. Да. Николай Басков. Нет. Ее выражение лица подсказывает. Популярный. LJ. L1. Федук.
Давай. LJ, кто там еще у нас есть? Сережа, нет шанса. Тимати. Нет. Оу, тихо! Не высказывай. Не важно, дальше давай. Это же крыша. Да, крыша. Подожди. Егор Крыш. Вот фигню, да? Крид? Нет. Нет. Он из Black Star? Нет. Нет. Он, тип... Почему? Баста. Нет. Нет, вот не из этой движухи, да? Хорошо. Давай. Близко. Давай, близко. Подожди, ну Федук нет, да? Нет. ЛДжей? Нет. Можешь еще раз повторить их? Это не запрещено. Как раз время идет, там надо... Крис, давай! Итак, стоп, подожди, стой. Есть еще шанс, если сейчас... Давай подытожим, смотри. Это рэпер, это современный, это новая школа, да? Он не из Black Star, это не Баста, это вот что-то из этого стиля, то, что они там говорили, вот какой-то там рэпер современный, модный, видимо. Кто это может быть? Я уверен, ты знаешь его треки, слушала, вот девчонки. Матранка, нет, посмотри, кто ты. Ты фараон. Аплодисменты девчонкам, да, да. Все, пока что, все. Итак, осталось теперь выяснить счет по итогам всех конкурсов. Денис, огласи. У нас продолжает увеличиваться разрыв, и девчонки набирают 30 баллов против 9 у фотографов. Решат. Это до сих пор... А дым что? Какой-то я вижу. Дым, а шашлык подгорает у тебя. Я понял, о чем. Плюс 5 за юмор про шашлык. Окей, хорошо. Уменьшаем разрыв. Договорились. А следующий конкурс называется «Это чье?». Вам нужно будет угадать голос человека по его междометиям, причмокиванием и всему, что доносится сейчас в ваши уши. Итак, если вы готовы, то напомню, нужно поднять руку и громко крикнуть название вашей команды. Говори быстро название. «Принцесса Диафрагма». Еее, аплодисменты Кристине, она вспомнила. За то, что ты мне говоришь, когда кому накидывать плюс 10 парням. Сейчас, сразу. Вы поняли? Здесь мои правила. Так, я не сексист. Итак, если мы готовы, Денис, поехали, слушаем. Первый человек. Да? Лукашенко. Умница! 5 баллов, да! Батька, ну что ты должен был знать? Батька, да. И она еще вспомнила название команды, и это хорошо. Денис, поехали, вторую личность. Запускай. Сейчас, я скажу. Короли Диафрагмы. Да. Затвора. Да, давай. Ну кто? Это... Говори, главное. Это этот. Тянешь время, минус 3 балла, давай еще раз слушаем. Блин. Короли затвора. Да. Это все еще Лукашенко. Нет, но за попытку как бы набрать балл, плюс 1, ладно, я тебе даю. Денис, давай-ка еще раз запускай. Может, это плохо кому-то стало у вас? Блин, ну кто-то такой. Саша Диафрагма. Да? Фадеев. Нет. Нет, подожди. Есть варианты? Да, есть у королей затвора. Отлично. Мне кажется, это Дональд Трамп. Нет. Очень. Давай-ка, Денис, наверное, с небольшой подсказочкой в конце запустим им, чтобы было слышно. Давайте. И жду реакции. Удачи. Королей Диафрагма. Да. Короли затвора. Да. Быстро. Ну, говори, он первый был, подожди. Это был Лавров. Нет, говори. Поздно. Да, плюс 5 баллов, да. Браво. Итак, по итогам этих конкурсов, Денис, согласи, счет. И есть у нас счет, и это счет, друзья мои, уже боевой. 40-22. Оу, неплохо. Девочки пока что впереди. Итак, ребят, можно еще успеть сократить свой отрыв, потому что следующий конкурс дает за каждый правильный ответ плюс 5, но если будет пропуск хода, то минус 3, или же за неверный ответ. Нужно будет отвечать на вопросы. Кто от вас выйдет? Давай, Женя. Аплодисменты, Женя. Да. Держи маркер. Не только отвечать. Смотри, нужно будет отвечать на мои вопросы, но при этом отвлекаться на рисование. Ты будешь кое-что рисовать. У тебя есть ровно минута, чтобы нарисовать то, что я тебе скажу, и ответить на вопросы правильно. Напомню,
плюс 5 или минус 3 за пропуск или неверный ответ. Готов? Да. Искренне надеюсь, что Женя успеет с этим всем справиться. Жень, тебе нужно будет нарисовать прямо сейчас фотоаппарат. Поехали. Сколько минут нужно ждать после закипания воды, чтобы яйцо сварилось вкрутую? 4-7. 10 минут. Место в падении реки в море, озеро или другую реку? Место... Еще раз. Река впадает в море, озеро или другую реку? Устье. Есть. Сколько раз цифра 3 используется в записи двузначных чисел? 10. 19. Сколько раз старик из сказки Пушкина вызвал золотую рыбку? 3. 5. Сколько ног у улитки? Нету. 1. Сколько нужно градусов, чтобы вода закипела? 100. Верно. Победа в шахматной партии? Мат. Верно. Линия кажущегося соприкосновения неба и земной или водной поверхности? Горизонт. Верно. Металлический или пластмассовый колпачок на палец для шитья? Наперсток. Верно. Успел. Аплодисменты, Женя. Вот это что это такое? Ремешок. Ремешок. Аплодисменты, Женя, все верно, да, отлично. Девушек кто будет выходить? Линия. Аплодисменты Линия. Да. Держи. Правила у нас все те же. Я прошу тебя нарисовать мне супермодель. Поехали. В нем шило не утаишь. В чем? Мешок. Верно. Наука о растениях. Ботаника. Верно. Высшая точка горной вершины. Пик. Верно. Самый огромный океан. Тихий. Верно. Датский писатель-сказочник. Какой? Датский. Не знаю. Да, Андерсон, что меньше, 40 центнеров или 4 тонны? 40 центнеров. Одинаково. Цветы, собранные в пучок. Букет. Верно. Плод лещины. Плод лещины. Не знаю. Лесной орех. Самая маленькая часть света. Самая маленькая? Да. Остров какой-то. Австралия. Венера или Меркурий находятся ближе к Земле? Меркурий. Ой, нет, Венера, Венера. Поздно, Венера. Поздно, поздно. Это была Венера. Аплодисменты Линьен, да? Браво. Спасибо, присаживайся. Ты итак. Не знаешь, что планета. Она даже не дорисовала. Хорошо. Я все-таки думаю, что... А грудь, ну, смотри, посмотри на грудь. Делают. За красивую грудь отдельно 10 баллов есть, да. Есть, хорошо. За фотоаппарат. Ладно, я 5 баллов вам даю. Хорошо. Есть. Аплодисменты ребятам. Итак, по итогам всех этих плюсов и баллов ответов у нас есть уже счет. Денис, огласи. Музы продолжают лидировать со счетом 60, а фотографы догоняют 40. Воу, неплохо. Итак, ребят, следующий конкурс называется «Слышь ты». Слышь ты. Слышь ты. Слышь. Я хотел бы отметить стиль Вильдана, он просто изумительный. Спасибо. 10 рублей, хотел сказать. 10 рублей отдельно дам, 10 баллов за подхалимство. Хорошо, аплодисменты ребятам. Ришат, молодец. Почти выровнял ситуацию. Окей. Слышь ты, нужно угадать мелодию. Но сложность в том, что музыка идет из одной песни, а слова, то есть вокал, из другой песни. Поднимаем точно так же руку вверх и кричим название своей команды. Команда называется... Принцесса Диафрагмы. Отлично. Команда называется... Короли Затвора. Есть. Аплодисменты вам. Еще раз молодцы. Спасибо. Денис, мы готовы. Поехали. Да? Баста Сансара и Лана Дель Рей. Янгель Бьюрифул. Да, отлично. 10 баллов девочкам. Аплодисменты, да. Сойти с ума очень похоже. Сойти с ума. А ну-ка дальше как? Развернуться на шаг. Еще что там? Я не помню. Слова. Плюс 5 баллов дам еще. Давай, вспоминай слова. Сойти с ума. Дальше что там? Прикоснуться к губам. Тихо, ну зачем ты это? Подсказала, все, 5 баллов парням есть. Заработала, Ришат, молодец. Всеми силами вырывает победу. Есть, да. Следующая песня. Денис готов? Девушки и парни готовы? Поехали. Там тихое начало. Карлизара. Да. Макс Корж. Да? Небо поможет нам. И Дима Билан, Believe Me. Воу, как быстро, плюс 10, да!
Стоп! Кристина, скажи честно, ты с Денисом до этого общалась? Он давал тебе слушать треки? Денис, точно? Я за все остальное не был уверен. Ничего, что они муж и жена. Ну ладно, пристребала за шутку муж и жена. Сатанинское в них что-то есть. Окей, Денис, давай-ка еще раз. Следующую. Сходим с умами. Принцесса Диафрагмы. Да, да, да. Мама Люба и Монеточка. Да, 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 да. Парни, я на вас надеюсь. Давайте подключать уши все-таки. Денис, поехали. Первая сказала, первая сказала. Я придумал название. Говори, Кристина, кто это? Тимати и... А вторую мы не услышали. А вторую вы не знаете, потому что это знает Ришат. Ты знаешь? Можно послушать. Итак, Денис, давай, слушай. Вот успели, да. Ну, теперь кто это? Руки вверх, просто руки вверх. Да, девочкам еще 5 баллов. Итого, за последнюю песню плюс 5 и плюс 5 еще 10 баллов. Аплодисменты девушкам. Да! Отлично. Давай-ка подытожим. Денис, какой счет у нас? Ну, этот раунд прошел в сухую. Побед наших муз и девчонки. У вас 100. Парни, 58. Набирайте обороты. Ну, как-то так пока. Девчонки умнички. Но при этом я бы хотел отметить, какая это прекрасная и душевная передача. Спасибо, спасибо. Плюс 10 баллов. Плюс 10. Ладно, пускай аплодисменты Ришату. Можно и так, можно и так. Хоть как-то же надо это делать. Следующий. Конкурс называется «Крокошто». Стандартные крокодилы. Один человек от команды выходит, двое отгадывают. Молча абсолютно человек показывает за отгаданное слово 5, за пропуск слова минус 3 балла. Все, всем понятно. Остальные молчат, не отгадывают. Если одна команда отгадывает, другие молчат. Кто пойдет на девочек первый? Давай. Давай, Алин. Итак, готовы? Все готовы? Если все готовы, Денис, музыка. Поехали. Укол. Есть. Тушь. Пинцет. Да. Пропуск. Извоз. Телевизор. Виктор. Учительская. Минус 6 уже. Ребенок. Малыш. Младенец. Отлично, малыш. Порез. Отлично. Что же туплю? Компьютер. Клавиатура. Рояль. 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 Ну? Подушка. Перо. Наполни. Пух. Пух. Отлично, успела, да. Минута прошла, да. Молодцы, умнички. Давай, давай, давай. Отлично. Кто от вас следующий? Давай, Крис, погнали. Итак, поехали. Все так же, у тебя есть ровно минута, чтобы показать слово «поехали». Кольцо. Украшение. Бижутерия. Есть, бижутерия. Гнев. Гнев, да. Все нормально у вас? Часы. Маятник. Стрелка. Время. Циферблат. Палец. Ты. Ты. Время. Опаздываешь. Опаздываешь. Спешишь. Часовник. Часовщик. Да! Да, часовщик, да. Часовщик. Ну, есть и такое, да. А, ковбой. Ковбой. Пистолет. Автомат. Террорист. Покушение, ладно. Ты. Собака. Злая. Питбуль. Морда. Намордник. Намордник, да, давай. Ладно. Нет, за артистизм еще отдельно плюс 10 баллов. Мне все нравится, окей. Все, окей, 5, давай. Линия, идем. За какой артистизм? Она просто кричала. Это гнев. Я злая была. Ну так вот, за это как бы и можно 10 баллов. Ладно, морально компенсирует твой гнев плюс 10 баллов. Так нечестно. Вот это вот. Надо справедливость. Зачем так? Да, соберитесь, все готовы. Денис готов, Линия готова и поехали. Стакан, чашечка. Большой. Бармен. Чайник. В конце буква другая. Черепите.
Это был сервис, а не сервиз. У нас. Давай. Бюстгальтер. Лифчик. Да, дальше. Да, что за вопросы? Это не я. Солнце. Тень. Отлично. Ну, экран. Телевизор. Телевизор. Табличка. Красава. Учитель. Преподаватель. Указка. Указка. Преподаватель. Ну, преподавать. Нет. Итак, стой, ну давай, ну может быть есть еще вариант? Даю 3 секунды. Это кто мог быть? Раз, два, профессор. Профессор. Нет, это был педагог. Не угадали. Аплодисменты очевидно. Девушкам. Да, спасибо. Ну. Очевидно было, что это монеточка пела. Я не знаю, кто это. Давай узнаем, кто это. Выходи, напряжемся. Соберемся. Все правильные ответы, никаких пропусков хода. И у вас есть 1 000 000 000 баллов. Сейчас я ключи от Бентли переложу. Да, 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 да. От моего Бентли. Да, от моего Бентли? От твоего. Плюс 10 баллов Ришату. Хорошо, окей. Итак, давай. Денис готов? Ришат готов? Поехали. Спуск. Крыша, вертолет. Вертолет. Подъем. Крыша. Гора. Ой. Спуск горы. Перевал. Клавиатура. Клавиатура. Компьютер. Ноутбук. Ноутбук. Офис. Программист. Айтишник. Айти. Айти-программист. Программа. Программа. Писать программу. Пишет программу. Ну, да. Пишет программу. Программное обеспечение. Программист. Айтишник. Программер. Давай дальше. Программирование, ну. Ага. 4. Математика. А Женя смышленый. Математик. Давай дальше. Гольф. 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 Клюшка. Хоккей. Хоккей. Шайба. Есть, да, успел. Но все, пока что. Минута закончилась. Давай я. Давай. Кто следующий? Свят? Давай. Свят готов. Денис готов. Итак, значит, 3 время пошло. Сон, спишь. Анабиоз. Стой, солдат, тень, рентген, бассейн, балет, бегать, танцы, ходьба, что это, воздух, вышел, выйти. Свобода это была. Бокс, удар, боль, удар. Боль, удар, опасность, покушение, страх. Уйти, ответственность какая-то. Уйти от проблемы. Обидчик. Телевизор. Жалюзи. Да, жалюзи. Яхтсменка. Лестница. Да. Нокаут. Стой, подожди. Отключка. Давай думать. Вот он что-то показал. Удар. Все, ты показывать не можешь больше. Давай вариант какой-нибудь. Нокаут, отключка. Еще попытка. Я уже хочу, чтобы не хочется, мы сказали. Это было слово «шок». Шок. Не угадал. Ладно, аплодисменты Святу, он старался. Шок. Надо было вот так показать его. Готов? Да. Итак, Женя, твоя очередь. Жень, давай, ну одна. Ну надо, надо, надо. Там сейчас будет 1 000 000 000 баллов, я уверен. Денис готов, Женя готов. Тогда поехали. Молчание. Да. Балет. Бор. Как? Бор. Арест. Шлем. Тюрьма. Усмирительная рубашка. Ты. Ты смерть. Я не знаю. Гроб. Давай. Броня. Почти было. Дальше. Окно. Павлин. Интересный ход мысли. Что это? Корона, король. Это имение. Королевство. Королева. Имение, дальше. Ковер. Ковер. Ковровая дорожка. Ковриловая дорожка. Ковристик. Ковролин. Да, ковролин. Есть хотя бы что-нибудь. Задумчивость. Мысль.
Вот он, смотри, вот смотри, вот тихо, он больше не показывает, а застыл, да, в этой позе. И он как-то вот так странно смотрит, как-то вот с неким чувством, это чувство какое-то. Не, смотри, как напряжены его надбровные дуги, в каких потугах он стоит, вот он в неком... Сомнение. А можно я скажу? Да, говори, Лене. Презрение. Это зависть. Ладно, он старался. Аплодисменты, Женя. Друг, привет. Тебе нужны идея, свет, звук, сцена? Агентство «Большая перемена». Итак, ребята, счет, я думаю, там уже разрывной. Денис, гласи-ка его. Итак, фотограф набирает 85 баллов. Ага, ага, а девушки? А фотомодели 152. Крака что дало девушкам дикую фору, но впереди есть еще один конкурс, называется он «Блиц-шприц». Нужно быстренько ответить на вопрос. У вас есть 5 секунд на то, чтобы назвать мне, начнем с Лени. 5 секунд, назови мне 3 известных личности с именем Анна. 5, Анна 4, Каренина, 5, Анна Савина, 2, Анна 1. Лаврентьева. Какая-то. Кто такая Савина? Актриса. Ага, а Лаврентьева это кто? Я не знаю. Я понял. Ну ладно, 5 баллов даю тебе. Окей, хорошо, отлично. Крис, 5 секунд на то, чтобы назвать мне 3 советские комедии. 5, 4. Операция. 3. Бриллиантовая рука. 1. И Мимино. Воу! Что? Что? Вот это пацан! Закром, прям из закромов достала. 10 баллов за Мимино тебе отдельно. Арин, за 5 секунд назови мне 3 песни Скриптонита. 5, 4. Это любовь. 3. 2. 1. Все! Но это любовь, ладно. 2 балла даю. Окей, аплодисменты девушкам. Кто такой Скриптонит? Это всем известный казах. Я понял. Он из наших, из узкоглазых, из наших с тобой. Давай с тебя и начнем. Назови мне за 5 секунд 3 произведения Шекспира. 5, 4, 3. 2. Ромео и Джульетта. 1. Шекспир. И да. Молодец. И Шекспир. Молодец. Да. Ну 5 баллов держи. Заработал. Аплодисменты Решату, да. Итак. Жень. За 5 секунд назови, пожалуйста, 3 растения на букву Г. 5. Горох. Гладиолус. Гречка. Гречка это растение, но оно растет, да. 10 баллов, ладно, получает мужчина. Аплодисменты, да. Итак, назови мне, Свят, друг мой, за 5 секунд 3 зимних вида спорта. 5. Горные лыжи. 4. Хоккей. 3. 2. Окей, хорошо. Я даю тебе 4 балла, минусую 10, потому что 2 раза подсказывал Решат, и еще раз 10. А до этого он Жене подсказывал, и еще минус 10. Аплодисменты мужчинам! Итак, Денис, друг, расскажи, пожалуйста, какой счет у нас по итогам всех конкурсов? Всех конкурсов девчонки насобирали 169 баллов. А ребята... фотографы... 84. 84. Ну почти, ну почти, ну почти. Ребят, приглашаю вас сюда. У нас есть для вас аплодисменты громкие. Конечно же. И, коль вы фотографы, вот вам профессиональные фотоальбомы. Спасибо, ведь это так актуально. Спасибо. А тебе, Решат, отдельно за юмор пленочка. Вот. Ведь вы все фотографируете, спасибо, правильно? Аплодисменты ребятам. Спасибо, ребят. Сегодня... сегодня сила проиграла красоте. Да. А, вы поддались просто, да? Уступили. Джентльмены, аплодисменты джентльменам, да. Девушки, для вас подарком является проход «Дали», где вы будете соревноваться за главный суперприз нашей программы. Девушкам очаровательным аплодисменты, да. На этом все. Спасибо вам, спасибо вам. Спасибо тебе, дорогой мой телезритель. На этом все. Встретимся ровно через неделю. Это была программа Well Done. Пока-пока!